спрашиваете, чтобы я наказал. Почему? Это приведет к травме. Поэтому я еще раз прошу вас. Тем более вас. Этот цвет секции моей, вы такие ошибки совершаете. Thank you.
сюда. Назад, 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 потом вперед. Кателин, вы боретесь. Кателин, не надо сейчас бороться. Отработка в движении, Кателин. Thank you.
Значит, здесь у вас или у конфеты, или кофе. У вас факты будет не больше 50%. Вы говорите по-другому. Борите. Порошок есть? Есть оценка? Значит, количеством вот не будете считать, например, сделаем в базаре, тогда одно очко, да? Сделали фон, тоже одно. Сделал бросок, 1-0. Он тебе сделал бросок, 1-1. Он тебе сделал удержание, это 2-1. Болевой сделал, 3-1. Ты его бросил на Левазаре, он 3-2. То есть любой бросок это 1 очко. В партере удержание 10 секунд. Очко 20 секунд тоже очко. Болевой и удержание тоже. Значит, вы борете 30 минут. Не больше. Значит, то же самое. Или вкусный подарок, или по. Не 5 лей, 3 лей, на маршрут. Так. Слушаю. Так. Уже отписывай. Пацаны, еще раз. Значит, смотрите внимательно. Не ломайте, не это. У вас. Выиграл сладку, сделал бросок. Удержание. 10 секунд, не надо 20. 10 секунд. Удержающий. Парты у вас есть. 7 секунд. Удержание 10 секунд. Вот они борются. Сколько? 10. Хорошо. Судья, значит, который судит. Сколько буквально парк считает? Считает сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сколько? Вот это? Нет, сколько? А? Нет, до броска. Вот ты сделал бросок на базаре, на икон, удержание, болевой удушающий. Ты выиграл. Это одно очко. Значит, Миша у тебя, например, Миша боролся и выиграл свою схватку. Говорит, Сергей Анатольевич, я выиграл. Ты полковник ушел, уходит далее. Начинает бороться дальше. Дальше, может быть, кто-то другой выиграл. Но обязательно вы мне говорите, кто выиграл. Потому что если вы мне скажете, я запишу вам победу. И у кого больше будет бросков, тот и чемпион. Приготовились. Тут у нас начинал Миша. Нет, ты начинал с Миши. Далее, ты судишь. Вот он судит. Вы готовы? Еще раз, будьте аккуратны, внимательны, не расслабляйтесь. Теперь, если где-то больше одной минуты, я смотрю, у вас ничего нет, я останавливаю схватку и даю ему кусок бумаги. Это не считается за победу другого партнера. Просто я меняю, чтобы... То есть вы можете бороться 30 минут, он будет 30 минут сидеть. Мне это не говорят. А кто это? А я посмотрю 2 секунды, то скажу, кто кто-то нападает. Я уберу. Да, кто душит. Дышит плохо. Сейчас у нас без 15. Значит, нормально. 16:30 заканчиваем. Они полчаса будут, а вы 45 минут. Готовы? Хаджина! Приз выберите сами. Thank you.
Тяни около кисти тяни. Тяни, тяни, тяни. Маша, просунь дальше руку, просунь дальше руку и прижми руку к себе. Возьми за туловище. Пон, пон. А я тоже делаю. Я не знаю, ты ничего не сказал. Я делаю. Как он? Я не упала. Ну хорошо, окей. Я не упала. Так. Я не знаю, я не видел, но сейчас я видел. Маша, Маша один. Маша, был бросок, нет? Да. Оценивай, был бросок или нет? Был? Она тоже упала. Все, Капелин, я не могу. Хорошо. Я буду смотреть. Она тоже упала. Так ты упала, она упала, оба упали. Кто тогда делал? Я что ли бросок? Так, стоп, ты выиграл?
А что ты молчишь? Я выиграл. Так скажи, Сергей Анатольевич. Сейчас я запишу, подожди. Виску. Одна победа. Сергей Анатольевич, что? Я делал на высоту моря. Через поле. И она в квартале. Ну так не считается. Локоть и таз не считается, надо на бок упасть. Гальцина, у вас? Я. Даник, сейчас, одну секундочку. Крымки, Даник. Есть победа. Вперед, Миша. Нету. Что ты такое бичевое, могу понять. Делай так, чтобы всем ясно было, что ты бросил, и никто ничего сказать не мог. Вот Юрий Александрович будет смотреть за тобой. Юрий Александрович, посмотри за Катериной. Ну, переворот. Нет. Задушить его. Задушить, перевернуть удар. Держи его, Миша. За руку. Нет. Стоп, стоп. Говори раньше. Вот тут. Есть очко, Мате, Каталин, образок считается, 1-1. Макс, останови за ковром. Да не разговаривай, возьми еще раз, запусти и все. Стоп, подожди, да, все нормально? Смотри, Маша, если он берет сюда, значит будет бросать через грудь. А раз он берет сюда, значит делай мельницу. Я для чего мельницу тебя заставлял делать? Он все время будет через грудь бросать. Не давай ему пояс. Молодец, Каталин. Нет. Мате. Стоп, Мате. Виспун, Мате. Миша, совсем плохо держишь захват. Надо за шею ты подмышку. Сейчас улетишь как... Мате! Мате! Так. Миша зашел, да? Да, он ушел. Кто из вас выиграл перед этим схваткой? Бескон. Бескон ушел. Значит, целый имеет шанс. Готовы? Паджи. Маша, один бросок, Каталин, один бросок. Бескун, одна победа. Бутук, две победы, Кинку, одна. Ну, кто трелее заработает? И вкусный приз. Нет. Есть оценочка! Мешок! Жив. Каталин, стоп! Каталин, стоп! Этот... Вискун. Бутук, помоги ему. Ага. Вот так. Вот так, да. Так. Сейчас, одну секундочку, стоп. Так, Миша, Миша. Миша, одно очко. Макс ушел. Дан вышел. Готовы? Хаджи. Сразу, Миша, сразу его, сразу дергать. Не обязательно.
это залезает, показать, и потом бросить. Оценка? Глаза. Так. Третье что будет? Да, у нас лидер образовался. Нет. Смотри, там душит. Смотри, душит. Задушил? Да. О, Вискун, молодец. Два очка Вискун. Опять сейчас через грудь. Держи. Локоть держи, А Саикоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Стоп, Маша. Маша, очко. Кателин, классно, классно, но не до конца доделал. Маша, 2-1 ведет пока. До конца, Миша, побоялся, блин. И это не считается. Фарта, делай болевой. Сядь на болевой, Дани. Борис Кателин. Все, что она делает, она специально тебе на зло делает. Правильно она делает. То есть разозлить надо своего партнера. Если партнер злой, значит она правильно поступает. Так же ты делаешь. Нет? Стоп! Каталин. На стойку. Даник, надо переворачивать. Что такое машина? А. Кателин, оценка. Так, Вискун, третье очко. Если будет болеть, скажешь, я тебе что дам. Кателин, не бей просто по ноге. Пожалуйста. Аджина, еще раз. Маша, 2, Кателин, 1. Вискун, 3. Бутук, 3. Хинку, 1. Буга, 1. Он? Конечно. Красивый бросок. Выставлю в интернет. Это... Нет, не выставлю. Если только буток разрешит тогда, а так нет. Это не бери ее сверху, захват, сорди ее в бараний рог и все. Вот повыше руку и сорди. Нет, Стоп, Кателин. Там за ковром не надо. Хинку, стоп. Здесь видишь. Давай, ты же отдыхал. Да, а ты отдыхал и не атакуешь, ты ждешь. Зажрать его, блин. Сверху захват подерни пару раз, упадет на колени, накажем и все. Стоп. Андрюха, у тебя низкая вот эта рука. Ты хорошо лезешь такой. Но вот эту руку, смотри, надо отпускать и туда. Вот смотри, вариант. Отпускаешь и туда, без захвата, за шесть. Оценка, Маша, стоп. Или. Возьми выше захват тогда. Маша, оценка. Бросок, Хаджиме. 3-1. Ну была задняя подложка. Согласен. Хорошо. Да возьми, отыграешь, что ты смотришь, блин? Нет. Держать. А Саикоми? Раз. Стоп. Сырку, стоп. Так, Даник, стоп. Буга, стоп. Маша, стоп. Вы остаетесь. Так. Перед этим кто у вас выиграл?
Миша, да? Миша ушел, Добровский вышел. Зайди, сейчас, Денис, чуть-чуть убери. Подержись, да. Зайди ко мне. Маша, потом, потом. Зайди ко мне и на диване в конце, черный такой щиток. Наверху сразу лежи. Да, иди сюда. Все, отжимаем. Так, листом 4-3. Сверху, на среднюю душу. Вот так? Где тебя ударили? Вот, вот. Вот здесь. Вот так это, да. Так, Каталин, соберись, Вот сейчас можно было туда запустить. Давай, Добровский, давай. Покажи сзади, вот с этого заклада надо посадку делать. На заднюю залез, он развернулся, бросил зацепом голени снаружи. Прыгай, прыгай! Четыре. Вот тебе, Денис, надо было доворачивать до конца, была бы оценка. А тебе, этот, надо прыгать был еще. Есть оценка. Каталин, два. Маша, как только он берет за пояс, не делай заднюю, сразу убегай, сразу уходи назад, назад, назад и мельницу. Или просто уходи. Ну, Макси, меняешь захват, Макси, правый сверху. Ну, разверни. Пошел! Есть оценочка. Сырбо. Подхват. Давай. Держать, держать его и душить. Кэнку стойка. Если делаешь заднюю, Маша, надо как молния влезть. И начнем через грудь делать. То есть показать, 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 показать. Потом раз. Мате. Маша, ты сюда. Маша, не выходи. Замечание шире. Решит. Нет. Но он тебя спас. Скажи ему спасибо. Он мог пойти дальше, но там дальше что было? Стулья. Поэтому просто скажи спасибо. Да, что он тебя головой не воткнул. Спасибо, Андрюха. Да не просто бей, надо подсечку делать, выводить и бросать, а просто бить. Это мой тайм. Ну! Ипон. Ой, не ипон, базарин, но оценочка. Сербо 2. Бутук 3. Лискун 4. Так, Хэнкл Мате ушел. Буга вышел. Маша, не выходи за ковер, второе шина. Третье, я ему даю очко. Но ты не выталкивай специально. Ты подводи, Каталин, подводи и так держи, держи, держи. Как она только погуляет, 3-4 секунды. Вот, и ты то же самое делай. Если в борьбе, то не считается. Если просто гуляешь, то да, буду считать шире. Ну, ну, вот на заднюю. Покажи вперед, брось назад. Покажи подхват и сделай заднюю. Заднюю! Высоко подсекаешь, поэтому он вряд ли не упадет. При подсечке захват снизу правой рукой. Давай, давай, давай. Есть! Каталин, третья. Машенька, посмотри на меня. Ты влезла на заднюю и стоишь на двух ногах.
Стоишь, стоишь, стоишь. Он тебя взял. Ты стоишь, стоишь, стоишь. Надо с падением делать. Хорошо? Стойку. 3-3. Нет, у тебя 4, у Бутука 3, у Сырбу 2. Сырбу 2, да. У Маши 3, у Каталина 3. Эти не могут. Хынку 1 и Буга 1. И все, и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Как вы хотите выиграть на соревнованиях? Ну-ну-ну-ну-ну! Есть! Сырбу есть, очко. Я с нуля почти догнал, вот не только выиграть. Давай, дерни его и будешь. Уже есть возможность. Миша, стойку. Ну-ну. Вот так вот. Стоп! Ушел. Не прижал ты его. Он попу перевернул, не успел. Ничего страшного. Давай, Макс, давай. Атаковать. Такой захват надо, с которого ты можешь. Маша, где рука? Руку снизу поставь! Есть оценка. Держи его. Держи руку, руку. С другой стороны надо было. Катерина, бал. Еще раз я тебе сказал. Отдаешь бой? Нету. А есть? Есть. Тут есть. Посмотри на меня, Маша. Ты берешь сверху, где берешь за пояс. Возьми эту рукой снизу. И все. И он тебя не бросит никогда через грудь. Миша, уход. Стоп. Миша, шина. Ходишь от ходьбы. У меня 3, у них по 4. Да. Давай, Маш. Давай, Маш. Вот это сейчас не надо делать, сейчас там Макс стойку. Базарь. Базарь, Бутук. Все, Макс, после риска. Хорошо, Бутук 5. Все. Кто там у нас? Две схватки боролся. Буга? Кто сейчас? Ты зашел, да? Буга ушел, в крышку вышел. 6. Все, ты отпустила. Все, Матэ, я потому не говорил. Что он не за ковром. Ну и что, удержание идет за ковром. Она, стоп, она начала на ковре. И они вышли за ковер. Поэтому один балл Маши. А там был бросок с ковра туда, и все. Нету. Но! Есть сверху. Да, ты молодец, ел через грудь, но ты упал на спину, а потом его перевернул. Если ты перевернул его на спину, а потом упал. Так, сверху раз, два, три, четыре, господин, раз, два, три, четыре, тут пять. Сколько это время? Четыре. Сколько? Почему пять? Сколько времени? 20? Нет, еще, у них еще есть, у них еще 20 минут. Хэнку, стойку. Не, то есть, я не вижу, что ты, какой прием ты будешь делать. Шайня. Ну, на лицо давишь, тут поднимать. То есть, у тебя руки на лице, поэтому я поднял. Нет, то, что ты хотел, ты берешь место, надо брать выше. Правую руку снизу, Маша. Правую. Вот, вот, вот. Нет, не сверху, снизу. Снизу! Снизу! Вот сейчас мельницу! Вот, и выше. Теперь подходи к нему. Взяла? И подходи к нему. Выше встань, подходи к нему. И можешь бросать тогда. Мате, Маша, Мате. Каталин вышел за ковер, Шида.
такой захват. Он еще выйдет, значит все получит. Снизу, только снизу. И сейчас через грудь в эту сторону. Держать. Держать. Асайкоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Мате. Маша, мате. Нету. Маша, тебе. Один балл. Это у тебя получается 5-4. Это не надо отыграть. Дай засунуть сюда и мельницу, и все. Даник, шина не борешься. Монстр, ну давай. Влад, не мешай. Так я и говорю, не мешай. Держать! Асайкоми. Раз. Сдался? Да. А что мне делать? Попытаться уйти. Нету. Нет. Итак, Кринку выходит вперед и имеет 2 очка. Что ты делаешь? А ты уходишь. Тоже. Повторить надо. Пока не это самое. Стоп. Виску. Виску. Наступи. Томат. Готовы? Отжимаем. Ну-ка, ты лист. Вось, 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 навяжи, 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 навяжи. Бросок нужен, Каталин. Не выходи, не выходи, не выходи. Ну вот мельницу, Каталин. Не выходи, Каталин. Маша, что ж ты его заводишь? Наоборот, держи его там. Что было удержание, надо прижаться. Делай болевой. Стоп, Каталин, стоп. Что там? Есть. Молодец, наконец-таки мешали. Давай еще этого Максика. У тебя будет 2 очка, как у Хэнки. Ух ты, вот залезаешь ты так тяжело. Давай сразу его. Выше руку, залезь, как дэму сзади, блин, и все. Так. Раз, два, три, четыре, пять, раз, три, четыре. Катерина, осталось 10 минут. Бросай, бедро! Нет? Виском нет. Потихоньку падай назад. Макс, стоп. Мате, очень долго готовишься. Это что, на? Я поэтому сюда. Сюда, что? Сегодня разве не надо было, чтобы Саша пришла? Нам нужно было, чтобы болел. А, Саша. А Постукевич? Не, вы же девушка, сегодня такой день. Да теперь приди мне шок, блин. И так 2 раза ходит, так еще и у него этот, блин, девушка у него. Что, она родила, что ли? Какой день, блин? Я сегодня 14. Такой день. У меня тоже святой маленький, блин. Макс, только. Ну, я не вижу, а по твоему захвату сделать ничего нельзя с этого захвата. До половины. 45 минут. Блин, надо его прийти. Ну в другую сторону Макса кидай через грудь его. Да, да. Вот. До конца его веди. Вот так. Один балл. Держи. Молодец. Миша, стоп. Миша, стойко. Он тебе сделал бросок, Хинку выходи. Эй, у тебя 2, у Хинку 2, у Миши 1. А сколько у тебя? Миша, 2? А, я записал
дать отдохнуть, Миша поборется. А ну у тебя одно очко, догони мешков. Возьми его три раза на колени, поставь, я ему шит, три шита дам и все. Но делай бедро. Зачем ты эти придумываешь хитрые, блин? Жопа, блин. Жопа Новый год. Ну как так можно, ты не боишься? Рука правая, прямая, блин. Я буду. Держать. Так, раз. Ушел. Мате за ковром. Денис, я в шоке, блин. Столько ошибок. Какой, блин, пацан, блин, и такие ошибки. Я в шоке, блин. Ну-ка, Талин, еще раз. Свой, свой. Руку. Стоп, 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 стоп. Стоп! Пиши. Да. Посмотри на меня. Захват сверху ты делаешь. Захват снизу. Рука согнутая. Кто-то из вас идет отдыхать? Нет, а я что не сделал, сейчас его перевернул на базаре. Вот тут было базаре? Нет, здесь нет. Не было. Нет, ушел. Не было. Нет, 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 ушли, ушли. Ушли, 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 ушли. Сейчас осталось им 5 минут. Ну, Кыска, давай. Выше руку, выше руку, бери на пояс это вставай. Сверх. Вот, вот. Сгибай его. Вот сейчас он сам упадет. Макс, шида. Не борешься. Но! Совсем до конца Каталин, блин. Влад, не было? Не было. Почему? Потому что упал и на живот. Но сыр был собери, блин. 5 минут осталось. Макс, выше руку бери, правую. Правую, не за пояса выше. Держи! Макс, посмотри, Макс. Души, Макс, ты берешь здесь. Выше возьми, все, тогда пойдет просто. Ты берешь несколько. Поэтому ты лезешь, рука остается, и ничего сделать очень тяжело. Нет. Зацеп, если показал, то ниже цепляй. Покажи переднюю подсечку правой ногой, а потом заднюю правой ногой. Вывеси чуть-чуть захват. Вот так. Правильно, Макс, по ушам его, блин. Нет, выше, шею, шею, схвати за шею и упади, и все. Макс, за шею. Так, у вас 30 секунд, я стебляю. Держи его, Макс! А я отпустил руку, ай-яй-яй. На него, иди, Макс, держи руку на него. Так, есть Кинку, стали, 1 балл, 3 балла, Миша 2 и 1 у Макса. Так. Время кончается у вас, я вас меняю одного из вас. Терпи, Маша, терпи. Терпи, ничего не делай. Просто стой. Куда руку поставила? Сейчас улетишь. Отдыхай.
Пользуйся, пока есть возможность. Да, не честно. Не честно. Честно! Пока не честно, он сейчас тебя крякнет. Держи! Нет. Стоп, стойка. Даник, что такое? Ударился? Все. Даник ушел, Макс вышел. Не давай, Маша, поезд. Не давай, осталось 5 минут. И здесь руку не давай. Уходи дальше. Уходи, плечо, плечо, руку, плечо. Не дай ему подойти. Правую руку ниже на плечо, не дай ему подойти. Осталось 4 минуты. Нечестно. Смотри, сейчас он тебя честно как шмякнет песку. Молодец. А ну, Денис. Зацеп голени снаружи. Вот-вот-вот, умница. Через грудь его, назад, назад. Матэш. Стоп, Матэш. Я не видел. Но мне кажется, там не было. Макс, стойку. Макс, собери. Ну, Каталин, уже захват есть. Есть! Базарим. Базарим. Интересно. Ты упал на всю спину и потом это самое.
Осталась у нас вот одна пара. Встань сюда. Разогрейся. Я разогрелся. Нет, ты не разогрелся, ты сидел, мешал, блин. Он разогрелся. Не разогрелся, он мешал. Из-за него сыпал, блин. Со мной ругался. Даник, стоп. Разогревайся давай, становись. Я иду в туалет, я хочу. Попробуй. Помочь? Подержать? Да. Там цель подержать. Да. Ну так что, давайте. Можно мне этот